Часто бывает, когда мы разговариваем о религии, не совсем понимаем, о чем идет речь. Дело в том, даже само слово «религия» означает «воссоединение». Некоторые исследователи считают, что воссоединяемся мы с тем, то есть с Богом, от которого мы когда-то отпали. И вот все мировые религии, видимо, показывают некий путь, по которому человек может воссоединиться со своим Творцом. Но какой из этих путей является истинным, совершает выбор каждый человек в своей жизни, разбираясь, изучая различные религии, молясь, общаясь с Господом, он пытается понять, какой из этих путей является истинным. Некоторые религии показывают, что если ты 5 раз в день совершаешь молитву, если ты совершаешь добрые дела, оставляешь большую бороду и многие-многие вещи ты делаешь, значит, ты попадешь в рай. Другие некоторые верования говорят, что необходимо постоянно медитировать, углубляться внутри себя, как-то меняться, и таким образом ты попадешь в рай или попадешь в какой-то небесной силе, которая, в принципе, будет нечто таким подобием рая. Но христианство показывает некоторый совершенно иной путь. Оно говорит, что Божья любовь по отношению к нам выразилась в том, что Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это означает, что никакие усилия, никакие старания человеческие не могут достигнуть в рай, не могут привести человека в рай. То есть не за наши какие-то достижения, потому что что греха таить, никаких достижений у нас нету, никаких таких усилий, которые могли бы восхитить нас в рай, не существует. И только Божья любовь настолько велика, что эта любовь дает нам благодать, чтобы мы удостоились вечной жизни. Но вы спросите, раз так, тогда надо ничего не делать, и все будет хорошо? Наоборот, друзья, надо совершить выбор в пользу Господа Иисуса Христа и того образа жизни, того пути, который Он предлагает. Совершая выбор на каждом шагу, каждый день, каждый час, когда, допустим, хочется взболтнуть лишнего, хочется осудить кого-то, оскорбить, ты выбираешь выбор, ты совершаешь выбор в пользу Иисуса Христа и не осуждаешь, и не болтаешь, не оскорбляешь людей, не совершаешь других грехов, потому что в добродетели, в любви Божьей ты испытываешь присутствие Господа Иисуса Христа. И по этой причине ты не совершаешь грехи. Вот такой образ жизни, возможно, скорее всего, как мы изучаем из Священного Писания, из Библии, мы видим, что такой образ жизни приводит к вечной жизни. Когда на каждом шагу ты совершаешь выбор в пользу Иисуса Христа и того образа жизни, который Он нам уготовил. Потому что в этом образе жизни, в этом состоянии мы пребываем с Господом Иисусом Христом. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подписывайтесь. Будем благодарны за вашу подписку, за ваши лайки и за комментарии. А если у вас возникло желание поддержать наш проект, то ссылки в описании.